Всем большой привет! Сегодня такое вот быстрое, спонтанное, коротенькое видео о том, что все-таки я не перепутала бирки. И вот у меня один, и вот у меня второй. Я покупала два дубля у Иченг. Вот бирочка, который назывался Phalaenopsis equestris orange. И вот они оба зацвели оранжем. И также я покупала у орхидеи мира. Вот они, Phalaenopsis equestris red. И он у меня тоже зацвел. Помните, я про него видео снимала. Вот. Тоже это оранж. В итоге я себе настолько хотела оранж, что у меня теперь одни сплошные оранжи. В общем, у меня есть еще один Phalaenopsis equestris red. Сейчас я его ищу, потому что я не сильно помню, где он у меня стоит. По-моему. Да, вот он там вдалеке. Но он, к сожалению, без единого намека на цветонос. И да, ни единого. И, честно сказать, я не знаю, что от него ждать. Будет он red или будет у меня четвертый оранж. Но пока я жду, как он зацветет, и буду думать, что делать дальше. Скорее всего, пара оранжей будут искать новых хозяев, но пока не решила, что к чему. Пока хочу дождаться цветения, собственно, того Equestris Red. Вот такие у меня дела. Не могу я никак себе поймать тот Red, но зато тоже уже было видео. Я поймала себе все-таки вот такой цветок, как хотела. Называется B100. Да, и он идет у меня с бирочкой Red в скобках B100. Так его дал поставщик. В общем-то, я не против. Цветок я получила, который хотела. И, кстати, вот он. Вот один цветоносик. И я ж любительница дублей. Где ты? Ага, да, правильно показываю. Вот второй. Тут были бутошки, я их видела, но они не бутошки, а цветочки старенькие. Я их оторвала. Ну вот, будут еще. А вот здесь я первый раз буду наблюдать. Очень-очень жду этого цветения. Вот, так что, ну, такие быстрые новости, такие у меня дела. Ой, извините, приключилась вот такая у меня неожиданность. И да, так бывает. Ну ничего, буду пробовать брать еще такой Red. Может, когда-нибудь приедет Red, потому что эту же позицию... Будь здоров, сынча! Эту же позицию я брала 2 года назад у них. И с биркой Red пришел замечательный классический Phalaenopsis. Очень нежного цвета. Вот как всегда, бирку вытащишь, а вставить потом не получается. Так вот, очень нежного розового цвета, но при этом с шикарнейшей, почти красной губой. Но, как назло, в орхидариуме его у меня тогда постигла не очень удачная участь. И у меня сейчас есть несколько неподписанных деток. Я надеюсь, что одна из этих неподписанных деток – это детка с того Equestris Red. Но я не уверена. Вот такие дела. Ну что ж. Всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, делимся с друзьями. И всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока!